Всем привет, с вами Дану Рандан, мы играем Край Эфир. В прошлой серии мы на электричке ехали, потеряли все свои вещи. Вместимость уменьшилась на 3 единицы. Теперь можно только 3 вещи таскать. Влезть по грибы. Решили сходить. Видите. Так страшно. Мы отсюда пришли. Куда еще идти? Не сохраняшка. Столько вопросов. Ни одного ответа. Наверное, в эту дверь позже еще идти. Какой-то обрыв. Ладно. Тут
что это? Ко мне не зайдешь, что ты монстр. Ты что, братишка из зеленого слоника? Так сходили в лес по грибочке. Какой-то зеленый слоник. Вот так давай. Собака сильно дропни, говорит. If I need anything sharp, I could cut it. А ножик свой искать надо, да, старый? Вот сколько ножей. Возьми любой. Их нельзя использовать в качестве оружия. Прикиньте. Дурак. Ножницы тебе на что? Я не понимаю. Thank you.
Половинка. До меня дошло. Надо искать еще. Это левая ножница. Надо правую ножницу искать. Непонятно что-то. Наверное, на втором этаже. Да, я ее вижу. Я хочу еще обследовать это место. Две палочки. Теперь можно это потратить. Правую ножницу взять, комбинировать с левой. Странно, что палкой нельзя перебить. Берегись деревьев. Ладно, попробую. Деревья беречься. Это не враг, это ловушка. Thank you.
Казалось, мне туда надо. Ну ты что, не одна, что ли? Ха, в прошлый раз не повезло. Не то все. Как же мне в прошлый раз повезло встретить всего одну. Да ты врешь, нет никого там. Пытается меня... Да как так-то? О, чё, вот поза... Тригис. Тригис деревья, говорит. Так страшнее, если с левого угла спрятаться. И такая дверь сама откроется. Наверное, здесь надо было свое сохранение сделать. Как с третьей путь?
это быстро просто не трясет. Что она потом... Или перепрыгивать просто. Еще угораете? Надо чуть левее идти. Грибника скрючил. Хаморов надо меньше кушать. Thank you.
вечера никто. Всем спасибо за просмотр, всем пока.